Как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки? Практикуйте зигзаги в питании. Зигзаг в питании – это чередование дней с разной калорийностью рациона. То есть, вместо того, чтобы каждый день недели держаться, скажем, в пределах 2000 калорий, согласно вашим индивидуальным показателям, вы едите 1500 калорий сегодня и 2500 калорий завтра. Добиться этого проще всего – небольшими изменениями. Уменьшите порцию наполовину или добавьте перекус после тренировки. Задача – не дать телу заскучать и адаптироваться к определенному количеству калорий. Начните силовой тренинг. Если вы до сих пор не включали тренировки с гантелями и на тренажерах, программу похудения сейчас, когда вес остановился, самое время. Силовой тренинг очень эффективно ускоряет метаболизм. Кроме того, мышцы – самые энергетически активные ткани организма. Это значит, что даже в состоянии покоя мышцы потребляют калории, набрав немного мышечной массы. Вы будете активно худеть, даже во сне. Девушки, не надо бояться раскачаться. Без серьезных и долгих усилий у вас не получится. Поменяйте вид тренировок. Если до сих пор вашей главной кардиотренировкой была ходьба в гору, попробуйте велосипед или скандинавскую ходьбу. Танцуйте, попробуйте плавать. Важно заставить тело двигаться в другом режиме. Измените соотношение белков, жиров, углеводов в своем рационе. Не пугайтесь, никаких сложных расчетов. Просто проанализируйте свой рацион. Он скорее белковый. Вы отдаете предпочтение мясным или кисломолочным продуктам? Или больше упираете на сложные углеводы, крупы, цельнозерновой хлеб и фрукты? Попробуйте сменить акцент. Допустим, вместо каши или мюсли на завтрак ешьте йогурт или омлет и наоборот. Идеи для вдохновения можно подчерпнуть в диете углеводного чередования или кашевой диете. Ешьте чаще. Если вы привыкли плотно есть 3 раза в день, начните устраивать мини-перекусы и уменьшите порции основных приемов пищи. Второй завтрак в 11-12 часов и полдник около 17 часов способны раскачать ваш метаболизм. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!